Внимание всем, у кого есть дед. Наконец решил соединить свои знания и на радость детям моих родителям выпустить в России, надеюсь, что первые внедорожные раскраски. Не глупых, ничему не учащих телепузиков, а качественные подробные раскраски с полноцветными фотографиями подготовленных монстров с реальных внедорожных соревнований. Многие отцы увидят знакомые машины, а некоторые даже свои собственные. Кстати, такая раскраска от дядьки с большим джипом даже чужому ребятенку в подарок отлично подойдет.